Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике инди-хоррор мы посмотрим игру White Finger, то есть белый палец, что бы это ни значило. В игре нет, по сути, никакого меню, и похоже, что она сделана довольно-таки простенько. Но, тем не менее, мне ее советовали, значит, что-то в ней есть. Наша тень. Мы страдаем кубизмом. Это очень распространенное заболевание у тех, кто играет в инди-хорроры. В общем, давайте начинать. Не буду. Хорошо. Мы в коридорах. В этих коридорах есть, по крайней мере, свет. Что уже само по себе неплохо. Есть автомат с газировкой. Что тоже хорошо. У нас есть какой-нибудь фонарик? У нас нет ничего. Ладно, пойдем дальше. Графика как в каком-нибудь, я не знаю, Думе там. И довольно тихо, надо сказать. То есть звуков вообще нет. Кроме каких-то завываний. Душевые, отлично. Ух, тихо, тихо, тихо. Что это такое? Какого черта? Выпустите меня отсюда. Дверь закрыта. Хорошо, очень хорошо. Фонарика нигде нет. Фонарик никто не видел. Блин, эти завывания? Это пипец. Мигающие лампы. Ни за что не пойду туда. Ненавижу мигающие лампы. Тупики и бочки. Отлично. Фу, так, ладно. Мигающие лампы, я иду к вам. Мы снова вместе. Да вообще света нет, я лучше сюда пойду. Хорошо, что происходит? Не, ну выполнено халтурненько, но при этом, блин, жутко. Кто-то орёт опять. Что это там такое? Ключ? Это ключ от той двери? Круто. Теперь убегай, говорит. Отлично. Ой, твою мать! Какого черта, блин? Какого хрена эта музыка играет? О, твою мать! Идиоты! Это какого хрена вообще? Я аж вспотел, блин. Ладно, мужик с бензопилой. Мы с тобой не виделись со времен Краю Фира. Ты, видать, соскучился дико по мне. Хорошо. Это было очень смешно. Ой, блин. Ой, тварь-мать! Какого черта? Нет, это нечестно. В прошлый раз он в конце появился. Да ты посмотри на него, он упоротый. Я не могу от него убежать никак. Все, прощай, жизнь. Да. Хорошо. Ладно. Мне кажется, или каждый раз эта комната, то есть эти коридоры создаются по-новому. То есть не угадаешь. Вот эта вот первая комната вроде как похожая, дальше уже все. Все очень плохо. Это реально бредовая игра. Ну так дико страшно что-то. Ой. Так, в той стороне у нас бабай, да? В этой стороне у нас... Понял. Ага. Он бешеный, главное, такой. Твою мать, ну какого черта он меня нажал? Блин, это пипец. Нет, по-моему, коридоры все-таки стандартные. О, я весь пропотел. Эта игра просто, я не знаю. И тут вот он появляется каждый раз в разном месте. Вот здесь мы где-то были.
в первый раз, когда погибли. Еще чувствительность такая низкая, не развернешься просто так. Вот тут у нас первый раз был ключ, теперь его тут нет. Он, я так понял, перемещается, нас ищет. Или как? Так, коридор с мигающей лампой. Где же ты, ключ? По-моему, ключ может быть тут. Быстрее, быстрее, быстрее. Выход, выход. Давай, 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 давай. Побежала, ну. Давай, Марфа, ты можешь. Давай, давай, давай. Ну и, собственно, все. Вот такой вот хоррор. Что я могу сказать? Поначалу с неожиданности. Было очень смешно и очень страшно. Но в итоге неплохая штука, особенно для такой собранной на коленке. Напугала. В принципе, на этом все. Надеюсь, вам понравился этот инди-хоррор, потому что он, несмотря на что, мне понравился очень. Я с удовольствием в него поиграл. С вами был Артур. Увидимся. Всего хорошего. Пока-пока-пока.